отлично у тебя получилось! За мной! У нас еще много работы! По крайней мере, тут... Что происходит? Окей, не двигайся! Так, хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна! Постой... Что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Пробуй перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Да, я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа! Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Вон там есть другая стена! А, да, скажу тебе, люди, я их так люблю. У них такой фольклор красочный. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу, удачи! Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. П-15
Конвейер из управления турели не аттракцион. Покиньте конвейер. Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион. Покиньте конвейер. Справился, да? Ну, я...